Северная Осетия не вошла в число субъектов, где будет проходить дистанционное электронное голосование. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Суслан Кудаков. Такое решение было принято по двум причинам. Основным критерием выбора регионов для проведения дистанционного электронного голосования является количество записей граждан на портале госуслуг, сопоставленных с базой данных государственной автоматизированной системы «Выборы». Кроме того, во многих населенных пунктах Северной Осетии есть проблемы с интернетом. В Северной Осетии голосование прошло в тестовой форме. По результатам было подано более 20 тысяч заявок. Около 12 тысяч приняли участие в тестировании системы. И улучшение технических показателей, возможно, будет в будущем проведение дистанционного электронного голосования на территории республики. Мы не думаем, что явка на выборах будет зависеть от того, что не внедрена технология дистанционного электронного голосования на территории республики.